Доброго времени суток, друзья! Сегодня наша команда представляет вам обзор нового обновления, вышедшего 9 июля. Изменений очень много, поэтому должно быть интересно. Первое изменение связано с магазином. Обновили цены и размеры пакетов у тонкоинов, премиума и золотых ящиков. Теперь эффект оглушения не скидывает флаг или мяч с цели. Мамонт имеет 100% защиту от мин во время действия овердрайва. Устройство Blunderbuss теперь ускоряет, а не замедляет перезарядку кассеты на 10%. Много изменений получила пушка Tesla. Скорость полета шаровой молнии вернулась к 5 метрам в секунду для всех модификаций. Скорость запуска шаровой молнии теперь равна 0,3 секунды-0,2 секунды. Дальность поражения молнии от шаровой молнии увеличена на 3 метра. Дальность поражения первой молнии уменьшена на 1 метр. Теперь поговорим о дронах. Механик. Очки за поддержку союзников теперь не зависят от числа игроков. Штурмовик. Перезарядка сокращена до 3 секунд. Максимальное сокращение перезарядки припасов уменьшено до 5 секунд, а минимальное до 1 секунды. Драйвер. Перезарядка сокращена до 5 секунд. Максимальное сокращение времени зарядки овердрайва за фраг уменьшено до 6 секунд, а минимальное до 2 секунд. Инженер. Уменьшена перезарядка до 3 секунд. Снабженец. Очки за поддержку союзников теперь не зависят от числа игроков. Подрывник. Урон внутри радиуса поражения снижен. Теперь уничтожаются ближайшие танки, а не те, которые в радиусе взрыва. Масштабирование красок для HD-скинов увеличено вдвое, чтобы краски были похожими между обычными и HD-версиями. Вот и все изменения. Пишите, как вам обновление. А с вами была команда контент-помощников. До встречи!